Всем привет от Том 04. Да-да, именно 10 лет назад на этой сцене именно 6 апреля проходило посвящение групп Том 04. И я был старостой одной из них. Что хотелось бы сказать. Вы понимаете, технология машиностроения – это великолепная специальность. Это ваш билет в жизнь. Боже, как давно это было. Помнит только мутной реки вода. Время как-то радость меня любила, больше не вернусь ни за что никогда. Не было места в душе с юных пор мечтам недоверия и лжи. Влюбленного сердца всевидящий взор мне верой и правдой служил. Боже, как давно это было. Помни. Всем привет, меня зовут Дмитрий, и я выпускник Том 04. Что хотелось бы сказать. Жизнь нас разбросала кого куда. Например, я живу и работаю в Киеве, и моя жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону. А все благодаря технологии машиностроения. Поэтому что хотел бы пожелать? Учитесь, получайте высшее образование, верьте в себя, мечтайте, потому что мечты сбываются. Всех благ. Пока. Привет от Василия Мерзлова. Я живу в городе Свердловске. Я работаю ведущим инженером-конструктором на предприятии, которое занимается производством и изготовлением шахтного взрывозащищенного оборудования. Неоднократно участвовал в международных выставках в России, Польше, Украине. Что могу сказать? Наша специальность действительно везде нужна. Но нужно быть специалистом в своем деле. Привет родной кафедре, привет преподавателям. Всем удачи, счастливо. Привет, Саденцова. Все профессии важны, все профессии нужны. Ну вот профессия машиностроителя, инженера, конструктора, механика всегда будет очень востребованная во всех городах. Так что я вас люблю. Том 04, привет от Ксюхи. Приветствую, друзья. Меня зовут Роман. Я выпускник Том 04. На данный момент я нахожусь в Московской области, работаю мастером в производственном цеху, где успешно применяю полученные знания на практике. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности всему преподавательскому составу кафедры технологии и организации машиностроительного производства. А еще хочу обратиться к студентам нашей кафедры. Ребята, вам очень повезло, что вы учитесь у этих талантливых, умных и добрых людей. Вы выбрали достойную специальность. Удачи вам в вашем профессиональном становлении. Меня зовут Анастасия Зинченко. Я студентка группы Том 04. Приветствую вас из доблестного города-героя Севастополь. Крым – это не только место для шикарного отдыха, но и место для работы для нас, технологи-машиностроители. Удачи всем! Привет родной кафедре! Привет, Том 14, от выпуска Том 04. Я работаю в компании, которая проектирует и производит вот такие вот летающие машины. Знания и навыки, полученные мною на кафедре технологии и организации машиностроительного производства, позволили мне стать частью этого сложного и интересного проекта. Во время моего поступления на кафедру я смутно представлял последствия своего выбора, но в данный момент я точно знаю, мой выбор специальности был абсолютно верен. Обучение на кафедре ТОМ предоставляет широкий спектр возможностей. Я не для тех, кто ищет простые пути в жизни, но для тех, кто ставит перед собой серьезные цели и готов добиваться их. Убедились? Да что там говорить?
Где нас еще нет, там будете именно вы. Хочу передать огромный привет родной кафедре и преподавателям.